Сегодня в Уральске состоялся круглый стол на тему «Река Урал. Развитие евразийской интеграции». В заседании приняли участие делегации Оренбургской области, депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан, областные государственные учреждения. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Анны Мордвинчевой. Состояние реки Урал является проблемой не только нашего региона, но и наших соседей Российской Федерации. На сегодняшний день экологическое состояние Урала очень актуальная проблема. Река Урал – это совместно трансграничная река наших государств. Любая большая река начинается с истока, жизнь ее продолжается за счет притоков. Поэтому должна быть большая программа, которая будет также охватывать и малые реки. Мы должны чистить русло и, значит, чистить родники. Это первый вопрос. Во-вторых, мы должны понять, что любая река живет тогда, когда она разливается. Для этого мы должны строить плотины. Есть сейчас, тем более, новые технологии позволяют это, построить плотины. И год в год, чтобы река Урал раза два разливалась. Цели были поставлены перед обеими сторонами. В рамках развития евразийской интеграции нужно наладить тесное сотрудничество между заинтересованными органами двух регионов по вопросам регулирования природопользования, принять комплекс эффективных мер по использованию потенциала молодежных объединений в благоустройстве и очистке набережной зоны Урала. Много лет уже мы ведем большую работу по привлечению внимания правительства и общественности к сохранению экосистемы бассейна реки Урал. Всем очень хорошо известно, что такая проблема существует, и президент нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаев обращал внимание в посланиях к народу о том, что один из главных вызовов 21 века – это дефицит пресной воды. Молодежным общественным объединением Западно-Казахстанской области и Оренбургской области нужно принимать более активное участие в совместных казахстанско-российских историко-культурных и экологических мероприятий и реализовывать мероприятия по охране окружающей среды. Радует, что наши правительства достигли общих результатов. Они приняли ряд документов, которые экспедиции. Толчок был экспедиции, действительно. Заявление о том, что эта проблема глобальна не только для всей страны, но и для всего мира практически, потому что река Урал – это большая река. Эти документы приняты, это отлично. Значит, теперь дан старт именно реальной работе по восстановлению, по укреплению и сохранению нашего природного богатства, нашей реки Урал. Отрадно, что в решении проблемы такого масштаба участвуют молодые ребята, неравнодушные к экологии края. По словам депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан Самиголы и Уразова, нужно привить детям бережное отношение к воде и общую экокультуру. Анна Мордвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.